Под звон колоколов. Накануне в Бресенском районе, недалеко от села Малые Кармалы, осветили храм Иверской иконы Божьей Матери. Торжественный момент запечатлела пресс-служба администрации Бресенского района и поделилась с нами. Чин освящения нового храма провел преосвященный Феодор и епископ Алатырский Порецкий. Николо-Иверский женский монастырь ведет свою историю с 1903 года. Строили его на пожертвования местных жителей, среди которых были в основном инвалиды войны и дети погибших солдат. После Октябрьской революции 1917 года жизнь обители изменилась. Началась атака на капитал. Строители новой жизни под лозунгом «Мы новый мир». До основания разрушим, убивали священников, закрывали монастыри и разрушали храмы. Еще несколько лет назад это здание было настолько разрушено и запущено, что в нем нельзя было узнать Божий храм. Восстановление и строительство новой церкви Иверской иконы Божьей Матери по благословению митрополита Чувашского Варнавы началось 18 августа 2011 года. А сейчас мне отслужили первую божественную литургию.